Они идут. Давай, сожги это все. А что с этими строениями? Сожги все. Теперь прикончи его. Какой-то шум. Там? Это Элис. Да, он уже мертв. Леона, ты нашла что-нибудь? Да, факел. Да, Роберт знал, что мы придем. Что будем делать дальше? Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться действия дальше. Пришел рапорт от Логана. Я хочу подключить к этому делу еще две команды. Найдите Роберта. Да, я, кажется, понимаю. Логан, мой лучший агент, чего ты хочешь? Ничего. Подождем и посмотрим, что он обнаружит. В радиусе 10 миль все мертвы. Я так не думаю. Не все, этот человек еще жив. Этого не может быть. Когда начинается операция? Наши сведения еще не совсем точны. Это тот же вирус. Да, и он уничтожит всех в радиусе 100 миль или даже более. Провел кредит, экспорт по коммуникации. Вам придется уничтожить их. Я узнаю одного из них, а кто второй? У вас распоряжение частным всей операции. А местные власти знают об этом? Нет. Это основное, что тебе нужно знать для того, чтобы выполнить миссию. Обрати на это внимание, и ты останешься в живых. Используй стрелки для передвижения. Нажимая ледяные стрелки, ты направляешь оружие для стрельбы. Также разные виды оружия требуют определенного обращения. Стреляя из снайперской винтовки, наводи мишень, нажимая треугольник и нажимая круг для смены цели. Для быстрой смены оружия нажми кнопку Select или удерживая Select и нажимая L2 или R2. Нажми старт для входа в меню, а также для получения миссии твоего местоположения. Обрати на это внимание. Кнопка треугольник открывает двери. Также с ее помощью ты можешь перелазить через препятствия, прыгать и переключать выключатели, а также для получения информации. Нажимай квадрат для того, чтобы стрелять. Чем ближе ты к цели, тем больше вероятность попадания. Когда тебе нужно спрятаться от врага, нажми крест. Также, нажав крест и стрелки, ты можешь ползти или медленно идти. Это поможет тебе стать невидимым для врага. Нажимая круг, ты можешь кувыркаться. Это поможет тебе быть на один шаг впереди от огня врага. Используй стрелки и круг для контроля направления кувырка. R1 – кнопка установления мишени. Держи ее в нажатом положении, и прицел будет двигаться за противником, позволяя тебе стрелять из любого положения. Овладей этим навыком, если хочешь выжить. Кнопки L2 и R2 – для быстрого бега. Если ты уже овладел ими, можешь подключить курсор для направления бега. И последнее – если тебя заметили, стреляй. Если не можешь, то прячься. Не делай легкой мишени из себя, если хочешь остаться в живых.